Здравствуйте, меня зовут Алексей Красиков. Добро пожаловать на портал Неврозы Мегаполиса. В этом видео я расскажу вам о этом сборнике, о котором вы хотите узнать. Итак, мной за многие годы было проведено большое количество работы. Примерно 4, если взять вот тот материал, который вы сейчас увидите, это 4 года работы по 6 дней в неделю, по 80 человек в неделю. Это очень большой объем даже для психотерапевта, которому 50-60 лет. Что я сделал? Не все, к сожалению, могут попасть ко мне на занятия, как в индивидуальной, так и в групповой форме. Вы все видели мои большое количество бесплатных видеолекций, их больше 100. Посмотрите их, пожалуйста, обязательно на канале Неврозы Мегаполиса. Вы будете обладать большим количеством знаний, которые на самом деле помогают очень многим. Если вы хотите разбираться более детально, более глубоко, работать с симптомами, я вам сейчас расскажу, что вы можете приобрести. Итак, провожу видеолекции в виде вебинаров, каждый из которых посвящен отдельной теме. Они остались в записи, и они могут быть вами приобретены. Всего 8 вебинаров по 3 часа, то есть 21 час. Расскажу сейчас о каждом вебинаре. Но это еще не все. Помимо вебинаров, я записал специально для своих клиентов, которые хотят работать над собой глубоко. То есть помимо вебинаров, где рассказаны практические инструменты, сейчас я буду о каждом говорить, я записал еще 4 DVD-диска. Первый называется «Теория и практика». Это все о вегетососудистой дистонии, панической атаке, работы с ней. Здесь два DVD и печатная методичка, в которой собраны все тезисы с упражнениями. Там печатная методичка внутри. И вторая часть – это когнитивно-поведенческая терапия. Работа называется «Поиск анализ с внутренним конфликтом». Там очень большая внутренняя методичка, там таблицы, упражнения, дневники, вся когнитивная работа над гибкостью мышления, над тем, что я и называю гибкость понимания мира, да, так скажем. Давайте так, работа над характером. Вот то, что мы говорим в последних видео, это вот здесь оно и записано. Если объединить этот материал и все 8 вебинаров, ребята, я не знаю большего объемного кейса, который может вам помочь не только справиться с панической атакой и с агорафобией, это не так страшно, и с навязчивостями, и с вегетативными проблемами, но еще разработать ваше мышление и ваш характер так, чтобы вы не причиняли себе вред, проще говоря, не было ваших вегетативных и навязчивых проблем. Давайте расскажу немножечко коротко о каждом вебинаре. Первый вебинар, который в этом блоке представлен, это вебинар «Работа с симптомом». В этом вебинаре есть 4 основные положения. Это практические упражнения, как работать с панической атакой непосредственно с самим приступом. Практическая работа с агорафобией. И практическая работа со страхом передвижения и с навязчивыми мыслями. И с ритуалами. Вот этот вебинар – то, с чего вы начинаете. То есть работа с панической атакой, с агорафобией, с избеганиями, с навязчивостями и так далее. Затем следующий вебинар, трехчасовой, это работа с мыслями и эмоциями, то бишь то, что вызывает вегетативную дистонию, да? То, что вызывает у вас потери ладошки, тахикардии и так далее и тому подобное. Следующий вебинар – это работа с социофобией. Это 3 часа практики, упражнений, специально подобранных для тех людей, кто боится произвести плохое впечатление на улице или вообще, в принципе, боится общества и людей. Следующий вебинар – это работа с сексуальным аспектом в неврозе, как сексуальное подавление и сексуальная тема влияет на формирование невроза. Этот вебинар многие отмечали как очень важным, хотя для меня, на самом деле, в моей практике, мне кажется, все вебинары очень важны. Дальше идет практическая работа, работа с депрессией. Что такое депрессия, почему она возникает и как с ней работать. Следующий блок – это поиск анализ внутреннего конфликта с профессором Плоткиным. Это профессор Московского института психоанализа. Я веду часть вебинара, полтора часа, ведет профессор. Мы рассказываем, что такое внутренний конфликт, как работает психотерапия. Очень полезный вебинар. Следующие два вебинара являются бомбой
того, что происходило за последний 2014 год, это практика работы над неврозом с конкретными клиническими примерами. Первый вебинар называется «Практика работы с неврозом, где причина в семье», то есть в семейных отношениях мамы, папы, жены и мужья. И следующий, последний, восьмой вебинар – это «Практика работы над неврозом с примерами, где причиной является профессиональная и карьерная сфера». Успех, самореализация, страх совершить ошибку, страх быть некомпетентным. Там, где у нас симптомы образуются на работе или в профессиональной карьерной сфере. Ребята, поверьте, эти 8 вебинаров никого не оставили равнодушным. Вот вы увидите отзывы, которые люди там пишут, прям онлайн, и вы все прекрасно поймете. Вы увидите обратную связь людей, вы увидите их вопросы, вы увидите, как я отвечаю на эти вопросы. В общем, я вам могу, положа руку вот на сердце, а сердце у нас находится здесь, а не здесь, как вы привыкли думать, что вас колет-то здесь. Вот здесь сердце находится. Положа руку на сердце, я могу сказать, что если вы посмотрите все 8 вебинаров и будете следовать тем инструкциям и той методологии, которая там представлена, и еще будете работать по вот этим вот лично DVD-материалам и печатным методичкам внутри, вы однозначно справитесь с панической атакой, с агорафобией, с навязчивостью, с вегетативными проблемами, сделаете свое мышление более гибким, более подвижным, и вы не будете больше переживать так, на эту тему, и она оставит вас в покое. Вот увидите. Поэтому это сделано для тех, кто не может со мной работать лично и не может работать в группе. Поэтому вот это тот объем материала, который вам достаточен. Это несколько лет работы. Вот здесь и в вебинарах собрано несколько лет работы с психотерапевтом. Если разделить на ритмику раз в неделю, допустим, сессии. Соответственно, представьте себе, что в году там примерно 25 сессий, да? Или сколько там получается? Ну, в общем, вы экономите, ну, посчитайте 25-50 сессий, умножьте на стоимость психотерапевта и посмотрите, сколько стоит этот блок. Вам все станет ясно. Политика моя такая, что я хочу быть психотерапевтом, который доступен практически каждой категории граждан. Я понимаю, что я не могу опуститься совсем в низкую ценовую категорию, но поверьте, ребят, то, что сколько стоит весь этот материал, это 2 часа занятий с психотерапевтом в Москве, а то и одно. Вы не пожалеете. Я вам вот редко, когда говорю гарантирую, но я в данном случае мое слово и мое имя для меня гораздо более важным, чем какие-то там 4000 рублей. Вот мне не стыдно сказать, что я гарантирую, что если вы посмотрите 8 вебинаров, вы, ваша супруга, ваш супруг, ваши дети, да, если нуждаются, если вы им приобретете эти 8 вебинаров и вот эти DVD, и они будут по ним работать, я вам гарантирую, что вы увидите результат. Вот я редко что гарантирую, но тут я вам могу вот сказать, что это будет. Поэтому по каждому вебинару на этой странице вы сможете посмотреть отдельно маленький фрагмент. Там не получилось сделать все фрагменты, но основные фрагменты есть. Так что можете их спокойно посмотреть. Там где-то по часу даже есть фрагменты. Так что смотрите и не пожалейте этих 4000. Поверьте, ваше здоровье и ваша самостоятельность. Ваша свобода стоит гораздо больше, гораздо. И вполне возможно, что вы больше никогда не потратите деньги на психотерапию, только посмотрев это. Поэтому я делаю для вас все, что я могу, и в данном блоке вы имеете возможность приобрести замечательную сборник замечательных материалов. Это не книги, это не копирование сухо книг. Знаете, как можно сделать 3-4 книги собрал, тезисы выписал, сделал одну и начал продавать. Это, ну, неправильно, на мой взгляд. Это практическая часть. Это практика. Это 50 часов практических занятий по каждой теме. Так что мне не стыдно рекомендовать вам это и не стыдно говорить, что вы получите тот результат, который вы хотите. Спасибо.